Сотни прихожан пришли поклониться иконам, почитать молитвы задолго до начала пасхальной службы. Как никогда в храме собралось много молодежи. Литургия продолжалась до 3 часов ночи. Накануне службы и после нее верующие смогли осветить куличи и Пасхи. Это у меня было еще от бабушки, еще от мамы. В советское время, когда нельзя было говорить, что ты верующий, мама всегда пекла куличи. Всегда мы красили яички, ходили в церковь. И радуемся, что дети наши... И маленькие, и большие тоже почитают, тоже ходят на праздники. Однако суть праздника Светлого Воскресения не сколько в соблюдении традиции, сколько в постоянной работе над собой. Природа сама ликовствует, мы ощущаем, да и сами по себе, с вчерашним, с позавчерашним, что не приблизился праздник Воскресения. И как весна начинает расцветать, брать силы, так и человек должен наполняться силами божественными. Духом Святым, не только с принятием даров, которые осветятся, но через молитву.